После двух дней срыва кворума легального муниципального совета Бельц, на заседании которого должен рассматриваться вопрос о помощи ветеранам, канун 9 мая, составленная из демократов и их сторонников фракция «За развитие» решила собрать свой совет. Об этом в социальных сетях написал исполняющий обязанности мэра Бельц Николай Григоришин. Рейдерская атака демпартии на город продолжается. Альтернативный совет Григоришин назвал сходкой бельцкой мафии. Они, оказывается, просто бросили совет, потому что во вторник мы сорвали их рейдерские планы. И теперь создают свой, какой-то параллельный. Как тот мир, в котором живут молдавские высокопоставленные воры и мошенники. Этот теневой совет, совет бельцкой мафии, они собирают в четверг, проинформировал Григоришин. По его словам, это совершенно незаконно. Но кому из них есть дело до закона? В четверг Публика ТВ покажет, как они горячо заботятся о бельцах и принимают нужные для города решения, пишет градоначальник. Григоришин отмечает, что у него к этому совету два вопроса. Придет ли на сходку Александр Усатый и каким по счету вопросам сходка порешает все проблемы с мусорными концессионерами, которых она же и привела в город в 2013 году. Вот и посмотрим. We'll be right back.